Отделение общероссийской общественной организации «Опора России» есть теперь и в городе Нерюнгри. Делегация Якутского регионального отделения познакомилась с местными товаропроизводителями, встретилась с руководством управляющей компании «ТОР Южная Якутия», посетила бизнес-инкубатор, технопарк и торговые центры. Подробности у Сергея Козюра. Объединение предпринимателей Нерюнгринского района в рамках местного отделения Всероссийской общественной организации должно помочь в решении проблем, которые стоят перед всеми предпринимателями среднего и малого бизнеса. Это, во-первых, способствовать консолидации бизнеса, способствовать налаживанию конструктивного диалога с властью, чтобы мнение предпринимателя было услышано, чтобы оно было проведено не только как бы в решении, но и законом, нормативные акты были оформлены. И, естественно, наша большая тоже работа – это по защите прав предпринимателей. За круглым столом в бизнес-инкубаторе встретились предприниматели, члены новосозданного отделения «Опоры России» и представители районного и городского муниципалитетов. Предприниматели говорили о наболевших вопросах, таких как ущемление прав, возврат северных надбавок, снижение арендной платы, увеличение процентов по госзаказу и так далее. Представители власти, ответственные за развитие предпринимательства, дали на них ответы. У наших предпринимателей недостаточно информации, недостаточно правовых знаний. И вот чтобы их ликвидировать, как раз очень важно находиться в бизнес-сообществе. И это даст дальнейшие возможности партнерства, дальнейшие возможности выхода бизнеса на другой высокий уровень. Председателем местного отделения общественной организации единогласно избрали Валентину Кузнецову. Бизнес-вумен, компания которой вот уже 20 лет успешно занимается поставкой металлопроката. Валентина Петровна уверена, что защитит интересы бизнеса в целом, в том числе уделит внимание проблемам предпринимателей женщин. Чтобы они не боялись налогов, чтобы они не боялись каких-то законодательных, каких-то законов. Цель моя как председателя, как члена опоры, им показать, их научить, им подсказать. Пока в Нерюнгринском отделении «Опоры России» предпринимателей малого и среднего бизнеса немного. Как пояснила его руководитель, за количеством в организации не гонятся. Главное – это качество поддержки, основанной на взаимодействии бизнеса и власти с участием компетентных экспертов. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, НВК, Саха, Нерюнгри.